Друзья, всем привет! Я вам хочу показать сегодня, как хранить зелень. Две недели, точно две недели, она у вас не испортится. Вот вы купили зелень в магазине или там где-то, то есть появилась у вас зелень. Вы хотите ее сохранить, то есть использовали какое-то количество, а остальное куда девать? Есть способ просто поставить воду, но этот способ примерно где-то, ну, может быть, дней на 5. Но я вам покажу где-то на полмесяца. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Берем посуду с холодной водой, помещаем туда зелень нашу, полностью обмакиваем. И нужно поставить в холодильник на ночь. Ну, примерно где-то часов на 10, ну, на 12. После того, как прошло где-то 10-12 часов, вытаскиваем зелень на какую-то салфетку, убираем все, что вот не нужно, вот эти вот желтые некрасивые веточки полностью очищаем. Теперь нам понадобится контейнер с крышкой, салфетка, это у меня бамбук или можно взять ХБ. И на дно вот этого контейнера кладем эту салфеточку, чтобы она впитала остатки воды. Зелень нужно положить неплотно, чтобы она вот прям как бы дышала, что ли, ну не так много ее. Или берите просто контейнер побольше. Сверху закрываем крышкой и ставим в холодильник. И вот две недели мы пользуемся. То есть берем, пользуемся и также опять кладем в холодильник и закрываем крышку. Делитесь этим рецептом, советом друзьями, думаю, им тоже пригодится. Всем спасибо за внимание, до следующей встречи.